Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире лидеры общественного мнения на канале АВА ТВ. Я традиционно в начале программы напоминаю вам, не забываем подписываться на канал, ставим лайк, смотрим нас на Facebook, YouTube и Telegram. И в обязательном порядке комментируйте, пишите, задавайте свои вопросы, пожалуйста, нашему гостю. И, соответственно, мы начнем сегодня вот с такой вот темы. Нейтралитет Молдовы. Путинская пропаганда в молдавских СМИ, протесты пророссийских сил и что будет с Приднестровьем после войны. Эти и другие вопросы мы с вами сегодня рассмотрим. Я представляю вам сегодняшнего гостя в студии, лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк. Я Здравствуйте. Вас приветствую. Здравствуйте. Бунасяра дам яжута. Дай Бог. Нет ни демократии, ни дома пока. Ну, пока. Бардак пока. Пока бардак. Вот с этого мы и начнем, да? Разбирать по порядку весь этот бардак. Самое... Да, с прошлого раза, когда мы были у вас в гостях, произошло много чего. Я думаю, что есть смысл попытаться разъяснить нашу точку зрения, потому что она может не совпадать с другими или с теми, кто смотрит вашу передачу, но... То, что произошло, вот мы до передачи общались по поводу протестного движения или, что можно сказать, победу, празднование победы 9 мая, и то, как себя показала наша оппозиция и так далее. Вы наметили много проблем из того, что ну, давайте стоит начнем обсуждать. С этой. Мы без разницы, да, с какого конца начнем. А мы можем начать с того, что вы обозначили как нейтралитет. И мне кажется, что... Оно в последние несколько дней самый горячий, обсуждаемый вопрос в Европе и в мире, потому что меняется картина геополитическая и очень быстро. И хотел бы разъяснить некоторые моменты до того, как добраться до нашей так называемой независимости и нейтралитете, потому что это такая страшная, такое страшное слово, что надо нас его объяснять. Нас интересует, спасет ли этот нейтралитет вообще нас угрозы, допустим, со стороны Российской Федерации. Ну, это как надеть шапку-ушанку и думать, что ты невидимым, или шапку-невидимку, да? Да, да. И верить в сказки. Это ни от чего не спасет, но что было понятно контекстом международный и наш региональный, надо смотреть, что произошло в последние несколько недель. Такие страны, как Финляндия и соседние государства Швеция, которые были... После Второй мировой они были такими нейтральными, независимыми, да, члены Евросоюза, но они как бы, мы все понимали то, что они не стали членами блока НАТО из-за того, что боялись разбудить гнев Российской империи. Спящего медведя. Да, они и так говорят, и сейчас у них разделено мнение, но... Что произошло после 24 февраля общество финское и все норвежского полуострова, они поняли, что никакие международные правила, вообще никакие правила не помогают. Что ты себя считаешь независимым и как-то нейтральным государством, не участвуешь ни в каких блоках, не вообще не влияет на то, что будет у тебя на территории война или нет. И это политики, которые там у власти, почувствовали народное волнение, и чтобы как-то приравнять или обеспечить секуритати, не знаю, как это... Безопасность. Они поставили вопрос на обсуждение публичном о вступлении в НАТО. И они прошли и через референдум, и через... И это быстро произошло. И через парламент было голосование. И они вчера или позавчера подали официальное прошение на вступление в НАТО. Да, там уже бюрократическая процедура. Надо, чтобы все страны это поддержали через свои государственные институты власти. Но что случилось? Случилось то, что никто не хотел признавать. Агрессию нельзя остановить путем деклараций. Ну, невозможно. Никто на это не обращает внимания. Вот то, что наша власть, и эта, и та, которая была,
И то, как появилось в нашей Конституции вот этот параграф о нашем нейтралитете. Мне кажется, это нам было как-то искусственно. Искусственно насаждено. Насаждено, потому что наш народ, да, после войны в 92-м и после того, как так называемая освободительная армия осталась у нас на территории, и это была такая угроза для нас, для нашей страны, что если мы не сделаем так, чтобы показать всему миру, что мы не хотим вступать в никакие альянсы международные, как НАТО, потому что все это было против НАТО, то у нас будет война. И нас это боязнь НАТО, представленная через все телевидения подконтрольной российской власти и пропаганды. И нам показывали такого монстра, который нас хочет съесть, уничтожить и использовать нас как плацдарм против России. Я думаю, что то, что сейчас происходит, тем более самый близкий показатель — это Украина. По-моему, в Украине до 2014 года там про натовские влияния или ожидания было в районе 25% поддержки в обществе. И то западная Украина, потому что она была ближе к этому. А после того, что они поняли, что никаких гарантий безопасности не существует, просто их не существует, даже того меморандума, который в 94-м они подписали вместе с гарантами международными и в Соединенных Штатах и остальным миром, они сразу, по-моему, за несколько лет после 2014 года, там про НАТО уже было, по-моему, 50-60%. Я думаю, что сейчас, если опрос будет в Украине, там 90% скажут: мы за вступление в НАТО и Европейский Союз. Вот здесь надо провести линию и показать, что происходит и как думают и воспринимают в России, в Украине, в Финляндии общество, что означает НАТО и что происходит у нас в Молдавии. Вот мне кажется, что это, если бы смогли бы донести до людей и объяснить, что происходит у наших соседей, я думаю, что многие из наших, которые сейчас категорично против НАТО и все время ратуют публично, и это делают публичные люди, политики, так называемые политики, за нейтралитет, нейтралитет, и это стало таким мантрой, которую говорят, мантра, нейтралитет, нейтралитет, и как будто это, если мы скажем это, то нас никто не тронет. Вот когда мы поймем, что этот нейтралитет ни от чего, вообще ни от чего нас не спасет, вот тогда, по-моему, мы смотрели маленькую картину до передачи, когда человек в Украине говорит: мы не пришли на вашу землю, не в Тамбове мы воюем, не в Саратове. Вы приехали сюда уничтожать мой дом, который я строил всю жизнь. Вот тогда, я думаю, что наши молдаване поймут смысл того, что мы говорим сейчас. Но до того пропаганда имеет огромнейшее влияние. Да, промывание мозгов. Сейчас происходит. Не могу понять. Я понимал, все время Дадон бегал в Москву и говорил про это. Я понимал, когда он поехал от лица государства в 2019 году на трибуну ООН. Он говорил про нейтралитет и так далее. Везде, где можно было сказать это, он говорил: не могу понять сейчас нашу власть, честно. Я вот не могу понять, и все. При чем тут нейтралитет? Зачем вот все время говорить о нейтралитете? Что для вас это означает? Это же не то, что мы голосовали. Это не то, что если вы говорите публично: нейтралитет, 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 то это вас спасет. Но вы понимаете, что дело в том, что уже даже сама Российская Федерация усомнилась, МИД России усомнился в нейтральном статусе Молдовы. То есть наше заявление говорят об обратном, или как? И я думаю, что наша власть должна понимать, что наша дорога только в одну сторону. И это зависит от Украины. Я думаю, что невозможно Европейский Союз, я даже не представляю себе, что они могут придумать, что могут притянуть к себе Украину, а Молдавию нет. Не могу понять, как это может произойти. Или наоборот, когда Дадон после 2014 года говорил, что мы за объединение с Россией, когда между нами была Украина, которая воевала уже в 2014 году. Я думаю, что наша власть пока еще боится внутренних волнений,
Но то, что она боится внутренних волнений, и вот к этому придем, думаешь, в следующие несколько минут, она не принимает никаких мер конкретных, радикальных, решительных, чтобы обезопасить то, о чего она боится. Ну, конечно, если ты понимаешь, что пропаганда выведет на площадь сторонников так называемого нейтралитета и Дадона, и пророссийских деятелей. А что ты делаешь для этого? И вот к этому мы обсуждали вместе с вами, что то, что для меня было важно, я честно хотел понять, что будет 9 мая. Я ожидал чуть другой сценарий, но видно, в Кремле слишком были уверенными в сценарии с Украиной, и они думали, что смогут начать вторую линию, второй фронт с Приднестровья, но, видно, есть и другие силы, которые мы не знаем, что-то не пошло не так, и блицкриг за первые три дня, уже первые три месяца, не дай бог, следующие три года будет война. А то, что произошло на центральных площадях и дорогах страны и столицы, для меня был такой сигнал. Я не знаю, если власть поняла или власть имеет способность провести конкретный и обширный анализ того, что произошло 9-го, и понять смысл того, что вышли люди, почему вышли, как вышли, кто их организовал. Я не видел, я думал, что ладно, 9-го, ну, пока они еще слишком возбудились, наша власть, и боится всего тронуть, сказать что-то. Но после 9-го я не видел ни одного дела, начатого, например, прокуратурой. Кто-то возил этих людей. Люди говорили, нам заплатили. Кто, как, зачем, почему, откуда, где деньги брали. Когда вся разведка европейская и американская говорит, что, и даже украинская, она первая начала говорить о больших-больших деньгах, которые через пятое агентство ФСБ были выделены украинским российским спецслужбам для того, чтобы сделать пятую колонну и работать на то, чтобы принимали армию, российскую армию цветами. И они говорили про миллиарды долларов, которые были спущены на воду, и кто-то их украл, потом их закрыли и так далее. Я думаю, что в Молдавии это то же самое, та же самая пятая, как называется, пятая колонна. И вот эти все провокации в Приднестровье, это тоже спонсировано из того же источника. Я не видел, чтобы наша власть взяла всерьез то, что произошло 9-го, честно. Как ни странно, президент страны сразу заболела 9-го, не 8-го, не 10-го, а 9-го просто заболела. Угу. Но это не спасает власть и вообще не разрешает власти не иметь никакой реакции. То, что поставили несколько штрафов по 9 тысяч Дадону, я все время смеялся, когда узнал, сегодня или вчера появилась новость, что Дадон получил такое. Ну, это, да, он это обещал протестовать и тем более, что, но после того, как ты разрушил целое государство, после того, как у тебя показали на всех телевизорах, что ты ходишь и принимаешь кулек денег, после того, как целое бахамское дело, там 32-33 миллиона, доказано, как они пришли через Фуркулис, через своих, и ты ему поставил просто 9 тысяч за то, что он носил ленточку. Угу. Мне кажется, что вот все эти моменты, которые власть должна была по-другому, я не знаю, я по-другому бы все это провернул, она показала свою слабость. Вот оппозиции реально и бандитам, которые были у власти, и которые руководят еще огромнейшими капиталами и деньгами, и
Мы же понимаем. Вот вы говорите, власть да, что слабость. Власть слабость показывает, да. Правильно? Да. А вот то, что касается, вы сейчас сказали, да, дело Кулька, сейчас в последнее время опять это дело педалируется. Доколь это все будет продолжаться, и перспективы этого дела, оно вообще с мертвой точки когда-нибудь сдвинется или нет? Вы понимаете, если первые несколько месяцев Дадон, я думаю, что и власть, которая ушла, боялась, смотрела очень... Они не знали, что произойдет с ними, с теми, кто участвовал во всех схемах. То я думаю, что после 9 мая они настолько обнаглели, я не могу найти другого слова, оборзели, обнаглели, что они могут себе позволить такие декларации, что мы вот осень, придет осень, мы покажем, мы смену власти и так далее. Это что означает? Это означает, что эти ребята поняли, что у них есть поддержка народа. Они доказали, я думаю, что Дадон, я, может, ошибаюсь, но в течение нескольких недель или месяцев будет гостем Владимира Владимировича Путина. Он, Путин боится всего. Но я думаю, что его примут в Кремле как Дадон своего же человека. Он объявил политическую войну, плюс ко всему. И он, да, он доказал... российской власти, что на него можно рассчитывать. Он свой человек, он еще в обойме, он может мобилизовать народ, он не подведет. И мне кажется, то, что он доказал российским властям вот этот факт, и здесь его никто не трогает, я не знаю, может, господин президент наш скажет, о чем договорились они с Козаком в августе, когда был Козак прошлого года. Из наших источников было понятно, что Майя обещала Козаку не трогать Дадона. Козак сказал, собака, но наша собака. Не трогайте и все. Вот мы дальше будем обсуждать про газ. И нас, как обычно, обманули, как Буратино. Мы не трогали ни Дадона, ни остальных. Нам поставили газ в 3 раза дороже. Нам поставили это, нам поставили это. И в конце может... Даже сейчас не поздно, Майя пускай вернется назад из Брюсселя или из Франции и пускай скажет, да, чтобы не было волнений, мы договорились с Козаком не трогать, и это было политическое решение. Скажите что-нибудь, потому что молчание, мне кажется, что больше вредит молчание нашему, нашим интересам, чем если бы она сказала бы правду. В России есть пословица. Как тебя понять, если ты ничего не говоришь? Очень много проблем замалчивается. Вы понимаете, если что-то круглое, розовое и приятное, то Майя выходит. Мы подписали, мы сделали. А если что-то горит или что-то воняет, то она не выходит категорично. Или отправляет премьершу, которая сегодня... Заявление, да, столько заявлений сделал, что если была бы одно заявление, а их было там на целый месяц вперед для всего интернета, как будут делать приколы и анекдоты насчет разбирать на цитаты. Разбирать, конечно. Нас окружила Украина, у нас инфляция 27, потому что в Украине война, а у нас же войны нету. Почему в Украине 16, у нас 27? Она говорит, что, ну, вы понимаете, в Украине есть, и они могут принять такие меры, которые мы не можем. Что мы не можем принимать? Вот скажите конкретно, господин премьер, что в Украине они приняли, что мы не можем? В Украине вообще парализован экспорт. У них другие проблемы. Что не можем мы делать? Мы конкретно. Я снимал, я был и говорил на днях, потому что я бегаю по всей стране, я говорил с аграриями. Они говорят, мы ничего не продаем, мы не можем продавать, потому что те, которые монополисты, которые огромнейшие конторы, их несколько в этой стране, которые так и остались после того, как убежал Плохотнюк, после того, как убежал Дадон, но он не убежал так сильно, они сейчас держат под контроль весь экспорт. И проблема в том, что ребята нашли способ возить из Румынии поездами, машинами, чем можно только грузить, солярку, бензин, нефть и другие продукты, которые нужны для Украины и через север возят, а назад пшеницу и подсолнух. Вы имеете в виду транзитом через Молдову, через Конечно. Молдавскую территорию? Вот то, что они везут
украинскую продукцию, сельхозпродукцию, угу. которая она по-другому не может, или через Польшу они могут вывозить, но там дорога длиннее, или у них же по оценкам Всемирной организации там 25 миллионов тонн. Огромнейшие цифры. И эти ребята, которые держат нашу инфраструктуру, и порт, и железную дорогу, и все машины их, они весь наш потенциал экспорта предоставили Украине, там покупают наполовину меньше, чем стоит наша сельхозпродукция, mm-hmm. и просто занимают, и они зарабатывают миллиарды леев. Это вот эти ребята. И я бы хотел, чтобы премьер вышел и сказал: вы знаете, мне кажется, что наша безопасность вот за счет этих ребят, так, которые... Подождите, премьер вышла и сказала, что у нас расширился, увеличился объем экспорта в европейские страны. Мы нашли альтернативу рынкам. Сегодня сказал, что он так не вот может расширять... Вы сейчас говорите, я сижу и удивляюсь, честно. Я могу показать вам то, что я снимал три дня назад. Целый эшелон, который машинами грузится в Констанции, машины грузятся до Молдавии, потому что у нас экартамент другой, перегружают на поезде и поездом туда несут и назад. Я говорил с теми, кто имеет целые полные объемы, там 5000, 3000 тонн пшеницы и других, и не могут продавать. Он говорит, мы не можем не экспортировать, у нас нету таких способностей, но не можем продавать, потому что у нас никто этого не покупает. А у нас есть кредиты, у нас есть свои облигации, у нас есть свои долги, у нас свои обязанности, потому что мы должны перерабатывать землю, мы должны делать что-то. Так вот, поэтому и организовываются протестные движения против действий правительства. Вот сегодняшние Как будто правительство, пожалуйста. Наше правительство, специально думает, что еще предоставить Дадону и оппозиции, чтобы та нас критиковала. Вот они стоят и думают, а давай еще сделаем это, чтобы у них был повод покритиковать. Извините, я сейчас спускался к вам по Измайльской, там целый магазин «Меришор». Вот зачем ему снимать 15-й раз иммунитет? Что это дает? Это что? 15-й раз. И что, если вы ему сняли иммунитет? Что произойдет? Закройте магазин, ребят. Просто закройте магазин. Как мы начали обсуждать про 9 мая. Вы запретили Георгиевскую ленту. Я поддержал. Это символ, который запретили и казахи, и другие народы. Ребята, вы не закрыли 10 телевидений, которые все это предоставили. Так вот, пропаганда бомбу. Российская идет через чьи средства массовой информации? Через чьи каналы? Так, не эти ли? Так эти и есть каналы, которые за Господина месяц смогли Дадона. столько содрогнуть наше общество, что они вывели на центральную площадь 9 мая такое количество людей, которые даже при президентстве Дадона они не могли столько людей мобилизовать. И из Кишинева, и из всех районов. Знаете, я говорю сам за себя, сам для себя, сам говорю с радио в машине. Эти ребята, которые пришли у власти, они не могут понять некоторые вещи элементарно. Да закройте вы этих 10 телевидений. Просто закройте. Просто закройте, потому что ваши все социологические опросы говорят, что люди отвечают, что 40% нашего объема экспорта уходит на Россию, когда в реальности 9%. А сейчас с этой войной, я думаю, что даже этих 9% не будет, я думаю, что даже меньше и наполовину. Но общество понимает, что наш торговый партнер, самый крутой и огромный, это Россия. Почему? Ну, потому что это преподносится каждый день, и каждый телевизор день. Показывает. Безусловно. Мы работаем, и эти ребята, которые уже, ну ладно, я думал, ну месяц, пока привыкнут к микрофонам, и люди боятся, многие высказаться, есть нюансы, я думал, пока привыкнут к скамейкам, но выйдут, окрепнут, скажут, ребята, все, мы поняли, мы руководим страной, у нас есть первое, второе, третье, что мы должны... Они сейчас выходят и говорят, мы окружены Украиной. Премьер это говорит. И даже если так, если ты окружена Украиной, это что? Скажи спасибо, что война где-то затянулась в Украине и до нас еще не добралась. Есть,
Есть моменты, но мне кажется, что эти ребята снова ступают на те же грабли, которые ступали и те, которые мы очень долго критиковали. Когда верхушка власти отгораживает себя от людей. Вот то, что ты не выходишь и не говоришь с людьми, пускай мелкие проблемы. Вот тебя это... ты теряешь почву, ты теряешь... равновесие, потому что общение с людьми, с народом, аж так, какие они есть, она тебя держит в тонусе, ты понимаешь проблему, ты можешь как-то чувствовать пульс, а когда ты не говоришь, кроме нескольких советников, так сделали и те, которые убежали, они до определенного момента знали расклады общества и знали все, что движется, куда движется, какие схемы, они все знали, они взяли под контроль. Это не означает хорошо или плохо. Просто они знали, а в определенный момент они уже начали работать через посредников и окружили себя несколькими посредниками. И мы знаем, и Филат так поступил, и Плахотнюк поступил. И когда вот потерял общение с большими массами людей, все, они потеряли все, не успевали убегать. Вот эти ребята, если этим летом, все, несколько месяцев, они не поймут и не начнут реальные движения по... Что им нужно сделать конкретно, вот на ваш взгляд? Там их немного, шайка негодяев, которые будоражат общество, потому что на них держится вся инфраструктура и вся пятая колонна. И еще несколько департаментов, которые работают у нас в Кишиневе и работают очень хорошо. Можно не любить врага, но недооценивать – это крупнейшая ошибка, недооценка. Потому что у нас работают такие хорошие бригады, которые имеют такой хороший анализ того, что происходит у нас. Если эти ребята не будут и не закроют все эти конторы, их немного, но они очень крутые, они работают, они имеют результаты. И осенью, чтобы эти ребята, которые сейчас пытаются нам показать, где раки зимуют, чтобы их просто не было на нашей сцене политической, их вообще не должно быть. Пускай она будет, эта власть потом потеряет, не знаю, в ЕСПЧ, в других судах международных. Но для стабилизации ситуации нужно, чтобы эти ребята, которые ходят будоражат общество, нужно, чтобы их поставили на место. Я не знаю, кто это может сделать. Мне кажется, что Гаврилица не может, просто не может. Или они сменят эту власть, или они поменяют часть министров, потому что часть правительства... Ну, надо менять. Зачем? Не надо никого обижать. Надо менять. Социалисты, да, шуровцы и так далее, они же и пытаются это сделать. Но то, что они пытаются, им нужно показать, что... Но Майя, которая руководит реально всем, я смотрел съезд. Угу. Может показаться, знаете, кто-то скажет, а зачем лезть обсуждать съезд партии? Ребята, это партия государства, это партия монопол. Вы не можете не понимать и не смотреть, и не брать во внимание то, что происходит внутри партии. А когда внутри партии единственный кандидат, как в ЦК КПСС, единственный кандидат на выборах, на секретных... Угу. Вы о чем говорите? Какие секретные выборы, когда единственный кандидат это Игорь Гросу? Структура власти партии. Ребята, я думал, что на этом съезде с закрытыми дверьми они будут обсуждать реальные проблемы власти. Власть имеет проблемы с некоторыми министрами, с некоторыми чиновниками, с некоторыми проблемами, которые обсуждаются или не обсуждаются в обществе. Если не в съезде, не на съезде обсуждать, где еще можно обсуждать? Там же собралось весь актив партии. А когда все это не обсуждается и закрывается, то это спекулируют другие ребята, которые имеют четкое понимание, что надо делать. Это есть конкретная ошибка, да, которую продолжают допускать со стороны правящей власти, не обсуждение, замалчивание проблем. И они, знаете, по правую сторону нет партнеров. Единственный, который остался, и там, по-моему, он худший враг, это Настасы, который критикует власть
с поводами, вы имеете без в виду повода. Платформу «Да» в общем или «Настасья» да, отдельно? Да, мне кажется, что там «Настасья» отдельный космос, платформа отдельная и так далее. Да, своя планета. Да. Эти ребята должны понимать, что через пару лет у них не будет большинства. Если они смогут удержать власть, и дай бог, чтобы нам не нужны революции внутренние, но если сумеют продержаться 4 года, они через 4 года не сумеют добиться тех результатов, которые добились на последних парламентских. Но с кем работать? Цели. Три цели. Выиграть местные выборы, президентские и парламентские. Это было заявлено на съезде. Я слушал внимательно Игоря Груса. Он сказал, в 24-м выиграть парламентский и в 25-м снова парламентский выиграть. Я могу отрезать его, показать. Он даже, ему где-то что-то написали, да. Нету, не знаю, как сказать, внутри этой партии и внутри, потому что партия, власть, партия, нету инициатив. Кроме Майи Санду, у них нет инициатив. Я не слышал ни одной инициативы. Вот выходит, мы же даже на прошлой передаче обсуждали, когда выходит премьер и говорит, ребят, у нас такая мысль есть. Мы хотим сделать вот это. Для этого будет вот этот человек будет ответственен. Посмотрим через пару месяцев, что будет. Или Гросу, наоборот. Я сегодня обратил внимание, я думаю, что оппозиция в следующие несколько месяцев будет бить в одну точку, которую я сегодня наблюдал на пленарном заседании. Угу, Батрынча высказал предложение о создании парламентской комиссии по анализу того, как правительство вело себя в 2014 году, когда предоставило гарантии по выдаче 13 миллиардов леев банкам и как они исчезли. Я просто ошалашил, потому что я не ожидал от коммунистов-социалистов такого предложения. Угу. Я не ожидал. Я думал, что эти ребята, которые в власти, имеют интерес доказать, кто украл миллиард. Потому что на фоне этого миллиарда было с 2015 года все движения. И спекулируется все, да, вокруг. И большинство парламентское голосовало против. Сейчас эти ребята, которые имеют 10 телевидений, будут показывать, я думаю, что следующие несколько недель, знаете, кто не хочет искать миллиард? Вот скажи. И там целый кусок, отрывок на 2 минуты. Батрынча говорит, мы предлагаем создать парламентскую комиссию, которая имеет полномочия огромнейшие, пригласить тех, кто был в правительстве. Не как прокурор. Никакой прокурор не имеет такой власти, такой авторитет, как парламентская комиссия. А парламентская комиссия может 90% из общего дела, который слушать, анкетировать и так далее, создавать, и все это дело может передать прокурору, который подпишет и отправит в суд. Смысл? Чего бояться власть? Ребята, вы же пришли на этой волне, где миллиард. Вы приехали сюда и сказали, че, украли миллиард, бунт, грози. Все, мы поменяли власть, всю власть, полностью власть. Сейчас вы кого, чего боитесь? Давайте покажем. Филат сказал, потому что это было задание политическое. Кто еще сказал? Давай привлекать. Почему вы не трогаете Филата? Почему вы вообще других не трогаете? И другие нюансы, о чем мы говорили с вами несколько минут назад. Mm-hmm. Они как будто специально это делают, чтобы те имели повод выходить и не просто кричать, безумные слова. Василий, ребят, а может это отвлекает от тех проблем, которые существуют в обществе, в экономике, да, и так далее? Ну, не вам знаю, не кажется, если что это может быть не думаю. Какой-то такой хитрый Нет. шаг? Вы понимаете, народу столько объяснили про этот миллиард. В любой семье спросите, они вам объяснят. Уже 14, 6, 8 лет. Еще чуть-чуть, и все, след простыл. Давайте еще как-то искать, потому что для народа это важно. Вы украли миллиард долларов, евро, это огромнейшие деньги. Что вы не хотите искать? Я понимаю, что есть проблемы. Есть проблемы, потому что наша власть не контролирует цен, скачок цен. Я думаю, что масло, которое поднялось на 30%, это даже близко не имеет логические объяснения. Я ходил по аграриям, у них забиты склады подсолнуха. Забиты. Я говорю,
Почему так, а что происходит? А что это происходит? Сговор какой-то это или что? Монополия? Потому что есть некоторые ребята, что которые это? Имеют просто монополию на производство масел, и они, ребята, потому что соскочили прецы во всем Евросоюзе, они просто тупо продают туда, дома им не интересно, потому что там зарабатывают эти деньги. Ребята, давайте как-то разбираться, где консилиум конкуренции? Он не работает. Никто не может разобраться с Анре, не может разобраться Курте де Контур. Я смотрю, счетная палата, я смотрю на этих ребят, те, которые руководили, что счетная палата, там Лупу и Кетрару, все. Дальше что рассказывать? Кетрару, который рассказывал про кражу века. А что там, там билетристика, мы знаем все, как происходило. Это его слова, это не мои слова. Он, будучи начальником Центра по борьбе с коррупцией. Если вы знаете все, вас никто не спрашивает, вас никто не трогает, вы еще охраняете и считаете наши деньги. Вы понимаете, что да, есть многие нюансы, есть многие. Да, общее положение, что мы тянемся, не знаю, как виноград, тянемся к европейским структурам. Угу. Вот нам туда, потому что мы понимаем, что это единственное, что нас может спасти. Ну, нашу государственность, если многим не нравится, да. Вот те, которые против объединения с Румынией и так далее. Но то, что мы называем государственностью, может спасти только объединение или процесс евроинтеграции. Может спасти, потому что мы фалимент, мы страна фалимент, мы не можем продержать себя. Мы ходим с протянутой рукой. Дайте бедному на Мерседес, ходят по Германии, по Евросоюзу, дайте 100 миллионов, дайте 600 миллионов, дайте 500 миллионов. И все эти деньги уходят как в песок в Сахаре. Я думаю, что это не может продолжаться много. Я не думаю. А дома, вот вроде бы Майя что-то делает, она бегает по Евросоюзу, встречается там, у нас были разные начальники. А дома что? Дома, что прямо невозможно ничего делать. Прямо ничего нельзя сделать, что нельзя разобраться с этими кредитными организациями. Что делает Алайба? Те, которые ставили 200-300% и сейчас работают. И очень легко работаю. У меня вы имеете в виду микрокредитные, конечно, организации, да, которые сейчас... А в нашем обществе, конечно, где нет денег, там все время процветает вот это... С этим не разобрались, с тем не разобрались. А сейчас он выходит и говорит, что мы сменим Армашу, потому что инфляция из-за него. Ребята, я окончил историю, я не из экономики, но я читаю всего, что могу читать в онлайн-пространстве. Ну надо же назначить кого-то виноватым. Ребята, о чем вы говорите? Он что, влияет на цену пшеницы Армашу? Армашу руководит другими инструментами финансовыми и поддерживает эту, на плаву этот корабль. Но когда ты не думаешь стимулировать наш экспорт, я в воскресенье был на таможне в Леушенском направлении. Там 4 километра машин. 4 километра, и никто не руководит, чтобы понять, ребята, вы что возите? Яблоки. Вы не можете стоять 5 дней... Потому что это скоропорт. Давайте вы по ту линию. Вы чем? Вы этим. После моего скандала через онлайн-трансляцию, через 3 минуты, по-моему, даже я только закончил, там пришли и милиция, и таможня, и начали туда-сюда гонять. Сегодня я смотрел, была целая встреча всех транспортников с таможней. А, если на них надавить, то они начинают бегать. Ребята, вы же так имели... Так может, это и есть выход? Давить где-то надавить, так где-то... Вы понимаете, что мы так и делаем. Больше информации подать, где-то, ребята, у вас есть, высказать свою позицию. Есть инструменты общения с Румынией, с Украиной. Какая она? Да, Украина в военном положении, но есть структуры, которые работают. Да, между собой вы можете договориться. Ребята, которые из Украины с пустыми контейнерами, вы идете в Галас, да, вам в ту сторону. Те, которые с пшеницей, вам в ту сторону. И с Украиной, и с Румынией. Вы же проводили собрание между правительствами Молдавии и Румынии. О чем вы говорили? Если вы не можете договориться. А знаете, в чем проблема?
в пунктах Костештях с той стороны, в румынском, с румынской стороны, нету специалиста по растениям, не знаю, фитосанитара. Ну, нет специалиста. И из-за того, что нет специалиста, машины с яблоками или с продукцией, с сельхозпродукцией, с мясом не могут. И в Джурджулештах то же самое. Ребята, да поднимите вы телефон, позвоните в Бухарест, вас поймут. Ребята, мы готовы, мы оплачивать ваших специалистов. Поставьте, в Скуленях работают 6 таможников, 6 всего. Там было рассчитано на 60-70 машин, сейчас проходят 300-400 машин. Да дополните вы еще 6, еще пускай работают. Есть инструменты, но на них никто не обращает внимания. Так надо продвигать эти инициативы, эти инструменты, Василий. Вот 200, благодаря 300. Таким, как вы, наверное, какие-то подвижки будут. Вы понимаете, когда Facebook посмотрела наше предложение, мы по пунктам 3-4 предложения сказали, и посмотрела 250, по-моему, тысяч людей. А все, на второй день мне отправили уже из таможни, показали, что мы общались с депутатом, мы отправили, но депутаты не реагируют, вы понимаете? Уже и это, я уже понимаю, и Талмазан, он отправляет документы, показывает, что я в апреле еще информировал власть, что надо менять некоторые вещи, потому что будет усложняться, потому что война и все в нашу сторону. Я верю ему, но ребята, которые в парламенте, чем занимаются, я не могу понять. Вот чем занимаются. На этот вопрос мы ответим в следующей программе. Василий, очень интересно, содержательно то, что вы рассказываете. У нас просто действительно время выходит, так как мы в прямом эфире. Спасибо за приглашение. Благодарю вас, что вы пришли. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Я вам напоминаю, ставим лайк, подписываемся, делимся в социальных сетях нашими видео. Всего вам доброго, до новых встреч.